И снова здравствуйте всем, уважаемые зрители. С вами любопытный геймер и Рыжик. Всем привет. Мы все еще играем в Resident Evil 6. И вот эти звуки, они не случайно тут раздаются из-за двери. Нас очень хотят съесть. Впрочем, как и всегда, да? Да-да-да. Мы очень вкусные. Да. А, кстати, автомат, по-моему, не у нас будет, а у кого-то другого, что... Короче, я не помню. Ну, блин, пойдем. Должен быть автомат. Я не хочу быть жидким. Шухер! А, на геймпаде это тяжело сделать. Стреляю, не стреляю. Все, мы упали. Блин, ты, короче, стреляй, который на тебя летит, а я в левого стараюсь. Только... В какого в левого? На меня летит левый, на тебя правый. Да? Да. А, тогда, значит, я в левого стреляла. Значит, я вправо, ты в левого, окей. О! Только бы патроны, только патроны. Пожалуйста, пожалуйста. Да. А за нами никто не ползет. А в тот раз ползли. И лошары. А у меня хорошо с этими с патронами сейчас. Лучше, чем в прошлый раз. Да у меня и в прошлый раз неплохо было. Ходыщ. Пум. Не ходыщ, так, значит... а хыщ. Оставайся верна. Значит, я вправо, да, а ты влево. Да. Есть! Что это было? А я не знаю. А кто еще это был? Ноги. Они же сдохли. А почему я погибла? Я же сбила. Мы оба погибли. Странно, мы же сбили их. Так вот, непонятно. Where is the logic, мазафака? Ядрен батон! Что творится? Ну вот. Не те патроны дали. Сволочь. Вообще. Скотозавры. На геймпаде довольно тяжело двух сбить просто, потому что да, очень... Медленно очень как-то двигается курсор. Да. Я тебя вообще не вкуриваю. Так, я ноги бью. Ну на. А, тут еще рука была. Да, а, там еще рука была. Да, просто этот кат-сцена одинаковая. Ага. Вот. А достала нас рука на самом деле. Не чуваки, чуваков мы завалили. Чуваки, чуваков завалили. Я поняла, да. Давай, хидыщ. О, молодец. Ну так я учился у лучших. Ой, ой. Ящик. Кони. К сожалению, да. А тут чего? Эх, печалька. Нет там нифига. Вот скажи мне, зачем на корабле вот это место? А я не знаю. Ты у разработчиков спроси. Капкому напиши. У разработчиков корабля? Капкому напиши. Да, хорошо звучит. О, сейчас кто-то полетит. Да ты уже вторую серию меня стращаешь. Или с ней третью. А, ну да, точно. Вторую, что ты гонишь? По-моему, когда мы в ангаре бились с этими с вурдалаками, ты тоже мне рассказывал. Нет, как, нет, я говорила про стреляющий, который там был. И про это я не говорила. Сейчас я буду врезаться во все, что ты будешь мазать, как только это вообще реально. HQ to Alpha. The aircraft carrier has been located. 100-500 перепрохождения гарантированно. One plane against an entire carrier? Does that even sound possible? Hey, Pierce, how's your aim? Блин, они даже не пилоты. Универсальные солдаты. Брюсом Уиллисом попахивает. Так. Что делать-то? Лети, иначе врежемся. И нас еще в нас стреляют, так что ворачивают стены. Тебе надо, короче, летать и уворачиваться от ракет. Сейчас врежемся. О, по-моему, нам хана.
Я не могу ни в кого навестись. А вот, навелась. Да что, это были кузнечики? А, вон еще. Я могу маневр совершить. Блин. Совершил ты маневр. А почему мне... Это из-за того, что мне камеру развернуло. Нам показывали эффектно какой-то момент. И в этот момент у меня управления не было. Не оправдывайся. Даже в мыслях не было. Что такое? Чего не мигает, как это? А. Блин. Дурацкая система. Так, жахнула. Так, что там еще? Вот он. Ага. Не попал, да? А нет, попал, но он что там? О, блин, да куда ж ты летишь-то? Я сбиваю вертолет. По-моему, пока успешно. Давай. А-а-а! Да блин, ты так разворачиваешься. Come in HQ. Are there any other vessels in the water? Negative. Intel says only the carrier. She could have been making it up. А, хорошо вошло. Так, мы что-то вообще прям низко. All right, now we can stop that missile. Find a place to land. Ну все, этих вурдалаков-то я расстрелял всех. Ой-ой-ой. HQ to Alpha. Мы все умрем. У нас на время задание. Ты меня прикрываешь. Find the control unit and stop the launch. Roger that, HQ. We're on. Снайпером по мне не давай стрелять, иначе мне хана сразу будет. А где они? Прикрывай. Снайперы сейчас после касцены с балкона выйдут, там прям сразу надо будет мочить. За мной следи, там должны сейчас на меня бежать. Ага, вижу. Желательно, чтобы они меня не прерывали, иначе будет плохо. Блин, какого черта еще кат-сцену устроили? Да, меня стреляют, кстати. Дядя, да я не могу, мне ничего не показывают. Подожди, куда бежать? Так, вроде нормально. Куда бежать, не помню. Прямо? Ты же взорвала там не случайно этот... Ты назад возвращаешься. Прям вот беги, да, в пролом. Еще прямее. Сюда, да? Да. А, точно, вот сюда. Точно, да. Сейчас вот вылезет снайпер с балкона. Так, сейчас ничего не могу сделать. Да, сейчас покажет, на каком балконе, вот. Вот снайпера надо снять. А, он у меня стрельнул. Еще раз стрельнет, и мне хана. Все. Теперь мне хана. Еще добьет, падла. Блин, да где он? Он на балконе. А я не вижу его. На меня улитка идет. Все, сейчас он взорвется. Ты можешь конкретнее сказать, какой балкон имеется? Ну, кат-сцену же показывают. Так кат-сцену мне показывают вблизи, а хрен знает, где этот балкон. С левой стороны. Балкончик там. Чуваков, которые спрыгнули с балкона, я видел. А кто по тебе стрелял, я не вкурил. Ну вот, с балкона стрелял. От того, что ты еще расскажешь, что это было сделано с балкона... Ну, балкон слева находится. Как я тебе еще могу... Вот сейчас сзади меня будут бежать они. Это я знаю. Балкон слева от меня. Ну, ничего, сейчас несколько рестартов будет, поймешь откуда. Там кто-то там. Где эти уроды?
Готов, улиток развалил. Так, быстрее, 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 быстрее. Ну вот видишь корабль горящий. Вот. На самом корабле, на капитанском мостике. Да. Блин, ко мне тут пришли еще. Ну, двое. Или снайперы, или этих двоих. Ага. Блин, ну они мне сейчас... Сейчас с ними разобраться самой. У меня патронов нету, чем буду разбираться. О, это еще хуже. Мне сейчас надо будет бежать. Ой. А я не помню, куда мне бежать. Обманутый вкладчик. Да-да-да. Драка будет грязной. Ну, точно. Так, куда бежать-то? А, мне надо вот здесь вот быстро все сделать. Держись. Морда. Волна лови Годзилла. Годзилла. Так, а теперь мне надо быстро бежать к тебе. Блин, я бегу. Hey, Captain, the odds are a little uneven down here. A little help? По дивизию. Мне куда двигаться? Ближе к тебе? Да, ко мне. О, хорошо пошло. Вот видишь как? Сколько с второго рестарта? Ага. Нормально. По-моему, мы вошли во вкус. Не то слово. Сейчас у нее бомбанет. Бомби! Бомби! Чмыри его! Давай, жену. Давай. А я выстрелила? Молодец. Это та ракета, помнишь, которую Леон с Хеленой тогда увидел? Но одну-то все-таки не успели. It's in for the city! FOS? Chris Redfield with the BSAA here. Hold on, I'm patching you through to Agent Leon Kennedy. What? Leon, where are you? Chris, we're just outside of Tachi. Why? Get the hell out of there! Ну понятно, ням вкусняшка. Ну что за тягу показывать одни и те же мультики? Ну, разные же компании-то. Ну, мы же это видели. Ну и что? Я думаю, конец уровня. Что, нет? Я не помню. Нет. Leon, are you alright? Yeah. The thing just got bad. Real bad. Listen to me.
I need you to rescue two hostages from an underwater oil field. Agent Sherry Birkin and Jake Mueller. He's Albert Wesker's son. Wesker? Chris, he's got antibodies for the C virus. I got it. On my way. Good, thanks. Leon, wait. There's something I need to tell you. Ada Wong is dead. Copy. Sherry and Jake need you. Don't let them down. Вот так вот. Победоносно ломанулись. Достижение Надежды Мираль последний. О, надо же, в кои-то веки. Именной жетон? Мне именной жетон дали. Да мне вроде тоже дали. Так, ну окей. Хоккей. Хоккей. Балет. Сейчас будем Шерри Биркин из пробирки спасать. Сейчас будет балет. Опять Китай. А нельзя все время на самолете летать и стрелять бесконечными патронами, а? Нет. Жаль. Как ты на корабле будешь это делать? Как-нибудь. Ну, все равно как. Ну, кстати, последняя локация. Ну, вот этот корабль, и все. И конец будет. There's irony for you. A man who spent his entire life trying to destroy the world, and now his son is the only one who could save it. And here I am coming to rescue him. The man who killed his father. Like I said, irony. I don't know. Maybe it's fate. It's been 3 years since I killed Wesker. I can't let this war follow me forever. After we rescue Jake, I'm turning in my gun. What? Wait a minute. It's about time someone took my place. I'd be honored if it was you. I don't think I'm ready for that. You've made it this far, haven't you? All right. This is it. Такая героическая музыка. Это любовь. Слышь, блин, он вообще-то Джилл Валентайн любит, Крис. То, что не надо. Там все по парам в Резиденте. Парам, пара по парам. Пара по парам. It's got Neo umbrella written all over it. Be careful. Knowing them, there'll be some surprises. Copy that. Сюрпризов. Дайте мне сюрпризов. В больших количествах. Ага, сейчас. Так и знал, что обманешь. Я-то при чем? Ну как при чем? Это все ты. Это все твои козни, твои ухищрения. Ничего подобного. Капитан. All right. I think I got it. They found us. Ну, конечно. Alarm, alarm. Captain, can you pinpoint the location? Тебя слишком громко стало слышно. Что ты там химичишь? We can get there from the lower levels. Let's go get them. Агась. Так, а стрелять-то можно? А, можно.
Можно, все. Лучше попой вперед пойду. Ну ладно. Ой, тут сейчас будет жопа. Да, ну. Да, прикинь. Не может быть. Откуда она здесь возьмется? Вот прикинь. Captain, give me a hand. Ну да. А вот и короче, там. Блин. Ты можешь, кстати, вниз прыгнуть. Там эмблему можно разбить. Ну-ка сейчас. Чушь. Капитан, капитан. Капитан, капитан. Ну, сейчас ты ее навряд ли разобьешь. А, нет, я разбила. А я нет. Наверное, это потому, что я в нее еще не стрелял. Тык, тык. Ну. Ну попади же. Так. Есть ну погоди, а есть ну попади. Так, лезем наверх и бросаем тебя в пекло. У меня патрон нет, я не знаю, чем я сейчас от них отбиваться буду. Давай энтузиазмом. Ага. Конечно. Ну это я нажму. Окей, it's off. Так, вон он там бегут поверху уже. О-о-о. Блин, мне надо бежать. Ну ты ничего сделать не сможешь. Ну, мне нечем в них стрелять, я не знаю, чем мне делать. Roger that. Оу-оу-оу-оу. Тебе нечем их перебить, да? Конечно. Я не могу как-то пострелять. Блин. Блин, а где он? Ай, блин. Ё-моё, что там происходит вообще? Тут из этого хренарит меня. Блин, а как там бы мне... Там еще сверху просто. Погоди, стой. Ну-ка. Ха-ха-ха. Поймал, гаденыш. Лови. Блин. I'm on it. Just give me a minute. Блин. Чем же тебя еще-то? Вот. Я там вентилятор должна отключить сейчас. Вот. Да, есть. Давай ко мне. Я там их немножко все-таки нашел способ поддерживать. Сквозь решетки стрелял. Молодец. Так, я ползу в какой-то шкуродерни. Ага. Хитрый! Блин, он когда-нибудь прекращает вообще стрелять вот секунду. Так, я открываю дверь. Ах ты ж гнида, а. Че, там у тебя тоже кто-то есть? Не просто кто-то. Настоящий всеправдышный кусок говна. Хе-хе-хе. Чуть не грохнул меня. А что мне делать-то надо? Тебе надо подняться на лифте ко мне. А, на лифте? Да. Блин. Уже иду. Багира, я уже лезу. Ой. Я вообще высунуться не могу просто. Ты там поаккуратнее тоже. Да? Блин. Ни хрена себе. А я не могу к тебе никак. Меня тут тоже херачит. Вот это фокус был.
Так, ладно. А, я вот теперь сейчас бегу к тебе. Так, ладно. Так, а вот теперь, этому козлу хана. Гранатометчику я ввалил. Ну куда ты, зачем? Да не знаю я. Не надо. Со злости. Получи. Так, а вот здесь коробочка. Так, у тебя там жизни нету, иди сюда. Не, у меня три есть. И все равно иди сюда, полечу. У меня просто вообще нет, мне отсюда высовываться лучше не надо. А все, мы всех убили. А? Ты как, у тебя спрей есть вообще? Есть. Сколько? Два. А, значит, если что, ты нас лечишь. Да. Один раз, потом Быстрее патроны, пока не пропали. Да, да, собирай. А еще, может быть, вот здесь вот остались, вот там. Где? Вот здесь я ящики разбивала. Может, остались у тебя, нет? Вот тут. Где? Вот нету тут? На полу нигде? Нет, ничего ну, нет. Значит, все, пропали. Ну и черт с ним, пойдем. Сейчас. А вот еще, не пропадай, пожалуйста, не пропадай. Фух. Успел, цапнут. Да этого мы только что убили же. Ну, почти только что, ладно. Так, перезаряжаемся. Чпак. 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 Релот. Неудобная камера. Крыс. Во. Кислотных что-то дофигище. Канай сюда, крыс. Что мне делать, прости? А, ничего, ничего. Это я так. Ух. Ах. Что-то камеру развернуло. Жили-были ох и ах. Ага, и было у них ух. Ой. Друг от друга в двух шагах. Ой, блин, тут ничего нет. Не, уже нет. Тут были два врага. Я их убил. И то, что от них осталось, я съел. А, это то есть мы туда спустились, где ты был? Да. Окей. Откуда я на лифте к тебе поднимался? Прикатил. Так, сохраняшка-то будет? Тут сейчас будет жопа. Да твою ж за ногу, вы чё, охренели что ли, все сговорились? Граната вам. О! Дабл килл. Граната, уйди! Граната, граната там! Граната там! Вот они. Нормально. Не сумела снять мне полную жизнь. Мне сейчас восстановлю. Хыщ! Турбанфюрер. Их там много, смотри, аккуратно. Так, а здесь у нас ничего нету, да, больше? О, ну-ка. Кислота! Кислота! Ух, блин! Да, там он еще один. Ё-моё! Отойди оттуда куда-нибудь, ради бога, а! Отошла. Они еще живы, что ли? Да. Граната. Ага. Ага. Живые. Отходим. Оу. Ой, меня бьют. Сзади. Тут их много. Граната сейчас пойдет. Есть. Должны были кончиться. Не знаю, не знаю. Вон еще один. Блин! О-о-о. Ё-моё, а! Все, патроны. А-а-а! Чёрт тебя дери, проклятая улитка! На подходы и камни! Так, чем бы тебя жахнуть-то? Ты еще живой, что ли? На, подлюка. Да ты живой. Терминатор какой-то. Ох. Это я ящики разбила огнестрельно. Так. Так, тут у нас что? О! Это азотные, что ли, дали?
Где? Азотные дали. Что тебе дали азотные? Азотные патроны на гранатомет. Иди сюда. Азотные патроны, азотные патроны, азотные патроны. Радости. Чем они лучше всего остального барахла? Они замораживают. Замораживают врагов, подходишь и их разбиваешь. Просто и все. Так. У меня пока кислоты до хренища просто. Ну, будешь кислотой стрелять, значит, пока. О, шухер. Да, я молодец. Да. Лечи меня, что ли? Отойди оттуда. Придумала встать рядом с ним, а? А, я его не могу даже пнуть. Лечи меня. Спреем желательно. Спасибо. Готово. Так, слушай, там сохраняшка была где-нибудь? По-моему, нет здесь сохраняшек. У нас есть была, тут только контрольная точка. Ну, я про нее и говорил. А контрольная точка — это не сохраняшка. Это просто если умрем, то начнем с контрольной точки. Неняшка, ну слушай, давай все равно серию завершим, а? Ну, давай. Вот, перед тем, как нажать этот, видимо, важный рычаг, мы хотим с вами попрощаться, и можете ждать следующих серий и жать лайк, если вам нравится происходящее на экране безумие. А пока, всем пока. Всем пока.